Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет, мои хорошие! Мы со Шкимом собрались и идем в гости. Я вам говорила в предыдущем видео, что они нас ждут. Вот и мы наконец-то собрались. Я желтенькая, как цыпленок. А Шким вон маску. Боимся, потому что очень много случаев. Стоим на остановке, взяли прикину рыбы. Вот так мы со Шкимом сели на самое высокое место. У нас рыба так воняет, нам только сюда садиться. Едем. Вторая пересадка. Вот отель, Мерсин отель. Мерсин не есть отели. Почта. Это погода замечательная, пока нет влажности такой, не потеешь. Но она приходит в июле где-то. Отлично себя чувствую. Мы на районе. А вон и наш дом. Очень близко. Приехали. Вон белье висит. Это наш дом. Здесь рядом вот такие дома. Двухэтажные. Ну, старый район, конечно. Ашкем зашел в калитку. Ашкем, хады бакаджас, не бахче девар. Ну, давайте посмотрим, что там у них в саду. Бизис. Ачун, гэштар. Ну, здесь ничего такого нету. Ва, не гюзель, яптелер. Видите, здесь гранат. Гюзель, яптелер. Ты такой аккуратненький садочек сделали. Большая территория, мало чего есть. Мушмала давар. А, мушмала безидель. Вот поэтому Аным говорит, что здесь анымчик, что здесь не растет ничего, такое место. А, красивые такие эти. Ну все, пошли мы. Мераба. Был бурда мой сын? Наш был дук. Нас сын. Зама убег. Отлег! Ами! Лялечка маленькая! Ой, Сунра! Саракуна Шарисен! Нерде о севги он лары? Хастанея гиттилер! Аблам да йок эвде! Понятно. Аблам да ищете ме? Ашкем! Göster. Kafayı atma ha. Как любит, Ашкем seviyor çocuk. Это наша Гелин, невестка наша. Мама сейчас придут, они пошли в больницу. Gel gezeceğiz, seni balkon. Ye biraz, ye. Ye. Не, Ашкем, не. Ой, семьё ремек. Чё? Не надо плакать. Не. Вспомнила свою молодость и влюбов твоих. Успокоила моя малыша. А моя бабушка троих внуков вырастила. Ну, почти вырастила. Первую это точно. Ой, такой маленький, так ему нравится.
Друзья мои, видите, пришла понянчиться. Везде идеальная чистота и порядок. Посмотрите, здесь живут родители наши. Чистенько везде. Полы блестят. Видите как? Родителей сейчас здесь нету. Спальня. Здесь баба Джим спит. Вот наша кухня. Такая огромная. Столько шкафов до потолка. Так белье вешают. Напротив соседи. Я вам несколько раз показывала, но хорошо, когда снимают обувь. Зала наша. Здесь принимают гостей. Бабушка. Эвет, чок татлы, чок. В этой люльке его убаюкивают. Это балкон, так мне нравится. Здесь, говорят, они спят ночью. Раскладывают вот там вот, здесь постели. Вот цветочки моей анемчика. Небольшой дворик. Все чистенько. Супер. Бабушка. Мама пришла с племянницей. Мяу, 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 мяу. Сейчас племянница рыбу моет и будем жарить. Там суп готовится. Племянница научила, как рыбу в пакете готовить. Помешать и сразу, и проблем нету. Сразу, видите, как она помыла все. Вот. Вот так вот делает рыбку. Видите, как 3 вида рыбы мы принесли. Очень удобно. Соль, муку, и на сковородку. Güzel değil mi? Bence daha güzel. Bence tek tek bunları sıkıştırdık onu. Ona bulayacaktım. Aynen öyle. Ben de tek tek yapıyordum seni. Ben tek tek yapıyordum. Doğru ama yengemden görmüştüm bunu. Hadi o da alacağız çünkü.
Öyle. Biraz. Bu tak жарится рыбка. Kim o? Kim o? Özel Bey mi? Aa, Özel seni aradı. Evet. Ha, o da büyük. Ne? Bak gene girdi beşiğe bak. Ay это знаете кто? Bak вот. Gene beşiğe girdi bak. Младшего брата. Ne oldu? Aslan mı oldun sen? Ne oldu sana? Ne oldu? Я сижу, отдыхаю, потому что моей помощи не нуждаются. Четыре женщины, одна с ребенком. Я с ребенком возилась, только что отдала мамочке. И вот все вот так вот. Занимается мамочка. С ребеночком. Сейчас кто-нибудь придет и будем ужинать. Так хорошо расслабилась здесь. Я очень люблю маленьких детей, и их энергия подпитала меня. Потому что я же привыкла все время с детьми, на работе тоже в больнице. Маленькие дети присутствовали, внуки мои. Здесь немножко скучаю, но вот я сегодня зарядилась энергией. Tüm kadınları diyor, prenses, ben de prenses olmaya geldim. Hayır, kadınları hiç prenses değil. Ben hangi prenses tamam? Dedikoducu, dedikoducu. Вас сплетничает опять, сплетничает про меня. Что я его вчера заставила фасолью и сняла на видео, жалуется. Сейчас, говорит, вся Россия, Украина, весь мир узнает, что я фасолью чистю. Представляете, не может забыть. Ох, рыбка наша поспела. Сейчас вот мне сказали, сиди отдыхай. Я хотела несколько раз встать. Это моего мужа, брата, какого-то троюродного, семья, вот жена, это жена, а вот это и дочка, они живут в Нейде. Их сыночек родился здесь, в Мерсине, и приехали они к врачу на проверку. Ну, родился 7-месячный. Мы посмотрим, как племянница. Как же черт? Медленно. Жаль, как ее. А, на кюзель салата. Супчик мерджимик. Такой стол у нас. Заловка еще не пришла с работы. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çay пьем. Ben sordum aşkım. Sordum problemi. Посмотрите, какой чай мы пьем. Пряностями. С пряностями говорю. Со сладостями. Aşkım на пол сел. Привет. Привет. Tamam aşkım. Benim aşkım mıydı? May harası. Benim aşkım da. Şimdi olur mu? Olur. О, benim ablam, о, benim ablam. Вы все хотели узнать аблам? Nerede benim ablam? А, burada. Она разрешила себя снять. Вот так вот. Вот и заканчивается наш сегодняшний день. Я взяла всего по чуть-чуть цветочки. Буду сажать дома. Вот так мы хорошо сидим на балкончике, друзья мои хорошие. Друзья мои хорошие, а, Севги? Привет, мои хорошие. До свидания. Насыллязим, Гюль. Пока, пока. Всем пока-пока. Пошли мы домой. Гюрушурус. Посмотрите, как тихо в Мерсине вечером. Мы сошли с одной маршрутки сейчас на другую маршрутку. Так тихо все. Центральная дорога.
Я говорю, мне так нравится ходить. Это иногда сижу дома и себя ругаю. Почему вот так я себя веду? Когда столько красивого можно ходить, а я вот дома. Дела же никогда не заканчиваются, не так ли? Эта улица такая была переполненная. Посмотрите, сейчас пустая. Мерсин пустой. В это время все кафешки были открыты. Вы представляете, остановка переполненная была в такое время. Вот там лиман, порт на той стороне. Это что, Мерсин, Тинджарет, Эсанаи, Одасы. В общем, вот такая тишина в Мерсине. А тут что? Ну там дальше, где голуби. Дальше. Вот так тихо, спокойно.